сегодня, 16 декабря 1941 года, овладели городом Калинин. Давно стало историей это сообщение Совинформбюро. Митинг, посвященный 29-й годовщине освобождения города Калинина, открывает первый секретарь обкома партии товарищ Корытков. Обелиск Победы всегда будет напоминать потомкам о бессмертном подвиге воинов-освободителей, героев известных и безымянных. В 41-м здесь проходил рубеж, на котором стояла 256-я стрелковая дивизия. Отсюда она и пошла в наступление. Из столицы нашей родины Москвы, от могилы неизвестного солдата, доставлен в Калинин факел с вечным огнем. Полный кавалер орденов славы Сергей Лоскутов зажигает пламя у подножья обелиска, на котором отлиты в металле слова: «Огромна Родина! Перед тобою пять родной земли! Так поклонись героям! За эту пять земли им жизнь пришлось отдать, прикрыв собой страну на этом поле боя».